Привет. Ты не видел меня в утром? Не, ну вот. Да, ну ладно. Я к тебе присяду. Да, конечно. Что читаешь? Историю Молдавии. Ты из Молдавии сама? Да, у меня мама Молдавия. Да? А можешь рассказать что-нибудь интересное? Ну, да. Про традиции или что-нибудь? Ну, к примеру, через неделю у них будет очень большой праздник, он называется Мацешоу. Он проходит каждый год 1 марта. Этот праздник как бы, ну, о уходе зимы и приходе весны. А весна — это как бы любовь, все такое. И все друг другу дарят. Ой, я тебе сейчас покажу. Такие штучки. Вот такие. И вешают вот сюда, на грудь. Это символ чего? Да, символ как бы дружбы, да, весна приходит, а зима уходит. Угу. Это обязательно должно быть красный и белый цвет. То есть он может быть две пуговички там красные и белые. Ну, это фантазия. Не, одеться нет, это как бы просто. Ну вот как День Святого Валентина. Угу. Только у них это так проходит. Его носят целый месяц на булавочке. А через месяц его снимают и вешают на какое-нибудь фруктовое дерево и загадывают желание, которое, конечно же, сбывается. Да, вы так пробуете сейчас? Вы продолжаете свои традиции? Ну, да, 1 марта, да. Ясно. А у вас родственники остались в Молдавии? Да, у меня очень много родственников. И вы поддерживаете с ними связь? Да, мы ездим сюда каждое лето. А они к вам приезжают? Нет, ну, как бы собираются, но пока что не могут. Ясненько. А что-нибудь еще интересное у вас есть? Вообще, например, какие-то еще праздники, может быть, вы справляете? Ну, нет, так как бы, это как бы такой самый главный, можно сказать. Ну, такой интересный, можно сказать, ну, как, у меня мама в Эстонии приехала. Ну, расскажи, пожалуйста, интересно. Моя мама работала в Молдавии инженер-технологом на фабрике, ну, там, консервной фабрике. Приехала ее подруга из Таллина и сказала, что девчонки, давайте поедем еще раз в командировку, что там очень интересно, так здорово. Правильно? Да. Угу. Моя мама поехала, ей очень понравилось, она уволилась из Молдавии. И нашлись добрые люди, которые помогли ей устроиться здесь, в Таллине. И она живет здесь уже 26 лет. Здесь с папой познакомилась? Да, да? Через какое-то время, это было в Кадриорге, там в маленьком ресторанчике они познакомились. А вы в семье говорите на молдавском? Нет, я когда в Молдавии езжу, я очень быстро все запоминаю, но когда приезжаю в Таллин, сразу же так же быстро все забываю. А на каких языках говорите? Ну, там, как в Молдавии. Нет, ну, в Эстонии, в семье вообще. На русском, ну, бывает на эстонском. А вы дома готовите какие-то свои национальные блюда? Да, конечно. Моя мама часто готовит голубцы в листьях винограда и плаценту с овечьим сыром. На какой твой любимый? Вот это, наверное, голубцы, твоя, да? Да. Плацент у меня мама больше любит. На любителя. А как она готовится? Ну, просто какие ингредиенты там? Ну, в голубцах это рис, там паприка, лук, ну, какие-то овощи и мясо. Угу. Как бы это все фаршируется, как бы, ну, как, лепятся такие шарики, и они закручиваются в листья винограда. У них такой кислый вкус. А плацента — это тесто, но его очень тяжело сделать, оно должно быть толщиной почти, практически вот как в этот лист. Еще так обязательно, да? Ну, как бы вкуснее будет здесь. Mm-hmm. Чем тоньше тесто, тем вкуснее, как бы. И туда овечий сыр, ну, брынза. Mm-hmm. И это как бы запекает. Ну, здравствуйте. Я тогда пойду, спасибо тебе за беседу. Давай. Мы здесь еще поговорим. Пока. Хорошо, будет время.